Привет, сегодня хочу рассказать о новинке в масках, в линейке масок, которую я приобрела в прошлом каталоге. Если вы смотрели обзор, уже могли ее видеть. Ныне, которая до 22-8 числа августа в этом каталоге текущем, также с хорошей глубокой скидкой. Сегодня разговор пойдет о вот такой вот красивой двухшаговой маске детоксе серии Пуроскин. Пуроскин серия направлена на решение проблем, проблемной кожи. И ее можно использовать с подросткового возраста, 13-14 лет, иногда раньше, и до решения проблем уже с разрезом кожи. В чем интерес этой маски? В серии Пуроскин очень много интересных, да, новинок, которые всегда опережают. Первый шаг, вот этот вот красненький будет, это разогревающая часть. Разогревающую часть мы наносим толстым слоем, здесь немножко ее, я думаю, все и пойдет, на 3 минуты. Для чего? Чтобы создался парниковый эффект. Не у всех получается сделать, например, не хватает терпения сделать баню на лицо, да, или после горячего душа, что не рекомендуется коже, да, сделать. У меня не хватает терпения, поэтому у вас хватает, напишите мне в комментариях. Делается, распаривается кожа в верхней части, раскрывается поры, убирается вся грязь. Но для этого надо еще очистить кожу, а не так, как я на макияже показываю. И второй, умываемся, смываем и верхнюю часть, и верхнюю потом, охлаждающая у нас будет часть, ее оставляем уже на 10 минут. И она как раз стягивает поры и вытягивает все содержимое, которое у нас накопилось в наших порах. Какие активные ингредиенты? Я уже писала в рубрике об ингредиентах о фруктом нони. Очень полезный. Для меня было открытие этот фрукт. Я его даже не встречала у нас. Ну, не так много экзотических стран посетили мы. Фрукт нони – это оксидант. Извините, язык заговаривается к вечеру. У чего хорошее шелушивающее свойство. Плюс уход за счет жирных кислот и насыщения и витаминов. Это дополнительное стимулирование клеточного обмена. Плюс здесь натуральный каолин. Каолин снижает выработку себиума. Если у вас жирная кожа, себиум будет вам в минус, да, как говорится. Убирает жирный блеск благодаря активным впитывающим свойствам. И плюс здесь антибактериальная технология Detach Technology на основе салициловой кислоты. Не только одна салициловая кислота у нас, но и плюс целая технология на основе нее, которая снимает ваше воспаление кожное и помогает коже восстановиться. Попробуем, как у нас получится. Для того, чтобы сделать маску, я сначала провожу демакияж гидрофильным маслом и потом умываюсь серией Love Nature, очищающее средство с кокосом и алоэ вера. Ну, этап очищения пройден, читаем инструкцию. Что у нас пишут? Так, массируете 2 минуты и оставляете на 3 минуты. То есть мы должны сначала промассировать. Удобно открывается. Ой, показать консистенцию. А, обычная кремовая маска. Сейчас мы попробуем все выдавить. Объем не очень большой, но посмотрим, насколько ее хватит. Массирующим движением, то есть мы, ой, вяжущее, действительно получится толстым слоем, потому что очень вяж, ой, сразу чувствуется эффект согревания. Аж жаром дает, ой, как хорошо. Тепло-тепло становится. Здесь, понимаете, почитать состав именно верхней части. И вот так вот массирующим движением буду продолжать делать 2 минуты и оставлять еще на 3. Но сразу чувствуется эффект, даже пальчики у меня, ой, греются. Приятно как. Вот я и согрела кожу. Честно говоря, не ожидала такого эффекта от маски, что сразу при нанесении чувствуется от нее тепло. Причем тепло не только на кожу лица, но и на пальчики рук, да, и на... Единственное, что если у вас, как у меня, непослушные вьющиеся волосы, которые хотят везде залезть, убирайте их под повязку, потому что немножко структура вяжущая, и она, волосы прилипают везде. Ну и переходим ко второму этапу. Второй этап у нас охлаждающий. Охлаждающую маску мы наносим на 5-10 минут. Всего у нас процедура, получается, занимает 15 минут. Честно говоря, первой упаковки было очень много. Я делала действительно очень толстым-толстым слоем. А это мне не вскрыть руками. Но смотрим здесь структуру. Где ты? Здесь кремообразная, как у маски. Но она холодная, не горячая. Такая же структурка. Наносим, как и первый, толстым слоем. И в отличие от первого этапа, действительно, это охлаждает. Очень вкусно пахнет елочкой. Хи-хи-хи.
Где как раз салициловая кислота и экстракт нони. На ноне так пахнет. Очень вкусно пахнет елочкой. У нас такая туалетная вода. Эксоис, по-моему, которая фиолетовая, пахнет елочкой. С таким лимонным привкусом. Ну, вкусно. И мне засечь сейчас 10 минут, оставляю и ухожу от вас. Прошли 10 минут использования маски, и, честно говоря, я в восторге. По ощущениям, я не ожидала такого эффекта от согревания. Мгновенный сразу эффект от согревания кожи лица. И при второй на контрасте сработал холод. Действительно холод. И плюс активные, наверное, вещества, салициловая кислота, идет до сих пор. И вот прошло 10 минут, я пролежала, даже чуть меньше, не 10 минут. Начиналось покалывание кожи, да, происходит детокс ее. И оно вот я смыла, и работает все равно активные ингредиенты, еще работают на коже моей. Даже при смытом они проникли глубоко в кожу. Буду ли я еще покупать? Однозначно да. Мне понравился именно эффект. Как поведет моя кожа именно потом на детокс, на очищение. Ну, я надеюсь, что мои поры воспримут это отлично, не будет никакой аллергической реакции. Я за ней не наблюдала. Такой. Советую вам, если есть какие-то вопросы еще по маске, по ингредиентам, да, по активностям, спрашивайте, отвечу на ваши комментарии. Купить ее можно, еще раз скажу, до 22 августа. Ссылка есть в профиле. Листайте каталог, может, еще что-то себе приглядите для ухода. Счастливо!